Всем привет, с вами StivePro, и сегодня покажу вам шейдеры для Майнкрафта Pocket Edition. Но как видите, здесь уже изменено меню, да? Оно стало более прозрачным. Ну что ж, давайте нажмем кнопку Play и загрузим плоский мир, где я вам покажу, что нам изменили. Ну, во-первых, у нас изменился свет. Он стал более гладким и ярким. Также изменилось солнце и само небо. Оно стало более гладким. И как бы атмосфера игры поменялась. Также поменялись облака. Тут идет свет от лавы. Лава тоже самое как бы поменялась. Стала более яркой. И свет, кстати, стал красным. Также очень сильно изменилась вода. Она шевелится и стала прозрачной. Вот у нас первый испытатель. Овечка, к сожалению, тень не изменилась. Но изменилась листва. Она стала, она начала шевелиться, да, она теперь шевелится. Также у нас шевелится и трава. Присмотритесь, все очень хорошо выглядит и шевелится. Так что скачивайте эти шейдеры, очень прикольные шейдеры. Ну, давайте еще раз посмотрим на эту красоту. Также у нас маленько изменили, так сказать, темноту, но это я покажу маленько позже. Так, теперь покажу вам Лиану. Она тоже теперь шевелится. Да, смотрите. Она шевелится. И все очень круто выглядит. Ну, теперь, наверное, давайте посмотрим. Так, сейчас, подождите. Так, ну, давайте, да, я прокопаю вниз. И покажу вам, как стало, ну, как изменилась темнота. Да, стало очень темно. И когда включаешь свет, очень ярко все видно. Давайте сейчас. Так, блин, лаву поставил, давайте уйдем. Ну, как видите, уже сразу ярко стало. Очень ярко. Из темноты в яркость. Поэтому здесь можно рассмотреть еще более, как изменился свет. Свет стал, как видите, еще ярче. Ну что ж, такие шейдеры скачивайте. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.